Справятся ли с перевозкой пассажиров частники и не приведет ли закрытие Северодвинского ПТП к коллапсу в городе? С таким вопросом сегодня обратился Совет профсоюзов в открытом письме к руководству города, оборонным заводам и предпринимателям. На кону судьбы сотен сотрудников ПТП. Свою подпись в открытом письме поставил и Павел Воробей, председатель первичной профсоюзной организации ПТП. Он и еще 13 человек, входящих в состав Координационного совета организации профсоюзов Северодвинска, выразили крайнюю озабоченность той ситуацией, которая сейчас складывается на пассажирском предприятии. На сегодняшний день по решению суда введено на предприятии конкурсное производство. Работникам предприятия с вчерашнего дня начали вручать, так сказать, письма счастья с предупреждением о том, что, возможно, с ними будет расторгнут трудовой договор. По закону об этом профсоюз должны уведомлять за 3 месяца, так что в случае негативного развития событий окончательной ликвидации ПТП можно ожидать в июне. А пока члены Координационного совета профсоюзов в открытом письме просят руководство города и градообразующих предприятий сделать все возможное для сохранения муниципального перевозчика. Сегодня долги предприятия перед кредиторами составляют около 180 миллионов рублей, а некоторые сотрудники до сих пор получили зарплату лишь за январь. Теперь слово за властями. От активных действий, которых зависит судьба и ПТП, и тысяч горожан, которые ежедневно на протяжении десятков лет пользуются его услугами.